Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту CryptoCycler. Вчера он успешно стартовал в 18:00 по Москве. Значит, у меня на балансе на данный момент уже $6. У меня две активных позиции, активных партнеров, 7 человек. Так, где смотреть, друзья, позиции? Нажимаете «Мои позиции» и смотрите. Вот я, когда нажала на кнопочку, я встала, вот была по очереди 62-я. Но у меня-то две позиции, у меня здесь ничего не было, вот этих позиций. У меня закрылась вот циклер. Позиция, после того, как она закрылась, у меня открылась еще позиция вторая, как бы, ну, первая позиция, первый уровень, вот я стала, так как у меня $2. Последующая позиция открывается после того, как у нас закроется первая позиция, как бы одна. Сейчас я уже, меня вот с этого, я уже на третьем уровне, у меня вот два уровня закрылись, и я перешла на третий уровень. А здесь у меня идет очередь с этой, с другого доллара. Вот я на второй позиции. Так вот активно. Далее, где смотреть, друзья, очередь? Вот здесь Next in Line или Line. И мы здесь смотрим себя. Здесь вот первый уровень и username, и номер в очереди. Вот, это первый уровень. Уровень. Второй уровень уже идет. Видите? Здесь можно просматривать. И идет третий уровень. Тоже также можно себя просматривать. Что я хочу, друзья, сделать? Я хочу реинвестировать эти $6. Минимальный вывод, напоминаю, сюда $10. А позиция одна стоит $1. И я хочу вот эти $6 сделать реинвест и прикупить себе еще позиций. Значит, смотрите. С первого уровня мы ничего не получаем. Так, значит, должно под вас. Это живая очередь. Под вас должно стать под вами. 3 человека. Зарабатываем $3. На вывод у нас ничего нет. В третьем уровне у нас $3 переходит сюда. Здесь под нами должно стать 6 человек. Мы зарабатываем $18. И вот на вывод $6. Вот этих вот $6, они ко мне сюда и упали на основной баланс для вывода. Комиссионных нет, ничего нет. Далее, друзья. И $12 переходит также автоматически на третий уровень. Ниже должно стать 9 человек. Далее, зарабатываем мы. Смотрите, обратите внимание, мы зарабатываем $108. На вывод у нас идет из этих $108 $90. $10 получит мой пригласитель. И 8 позиций от новых откроются. Это, конечно, супер. Ну и если каждый по $6 реинвестирует, то, конечно же, и будет двигаться быстрее очередь. И я сейчас на 6 человек, как бы на 6 позиций, продвину очередь вперед. Значит, нажимаю биопозицион, вот эта вкладочка. Можно перевести, друзья, на русский, но лучше, конечно, делать все на оригинале. И я покупаю позиции. Я буду так, по одной позиции. Здесь как бы здесь ничего нет, еще одна. Покупаю первую. Сейчас вторую. Так, секундочку.
Третью. Четвертую. Пятую. И шестую. Так. Что у меня? Четыре впединки. Сейчас зайду в дашборд. Да, у меня баланс по нулям. Теперь у меня, смотрите, стало активных позиций 8. Нажимаю мои позиции. И вот я смотрю, значит, смотрите, у меня еще в пединге. Как бы так. Так, что у нас сегодня? У нас что? У нас сегодня 31. Вот у меня открылась, смотрите, одна позиция. Потом, когда она закроется, и у меня будет, я вот 2160. И помаленечку каждый час у меня будет открываться новая позиция. Вот. И тем самым я подтолкну очередь. И если так будет каждый делать, конечно, очередь будет двигаться, и мы быстрее заработаем денежку. Вот здесь у меня второй уровень. Когда до меня дойдет, вот я сейчас активно, опять капнет 6 долларов, я опять же сделаю реинвест как бы на 6 долларов. Вот. Ну, я все показала вам. Так, здесь мы мои позиции смотрим. Вот здесь закрытые, активные. Это понятно. И здесь мы биопозицион покупаем позиции. Далее, а next line мы смотрим свою очередь. Вот. Можно отследить свой логин, кто где находится. Вот. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!